Всем привет, с вами Ох Студио и я Розу. Снова паладин с новой миссии. И на этот раз выпала в какой-то веке миссия не против пиратов, а против другой империи. Именно против галентов. На самом деле, как бы миссия с вот таким замечательным маршрутом в 9 прыжков, это как бы первый же кандидат на то, чтобы нажать отказаться. Но чисто ради записи я эту миссию сделаю. Чтоб так, как бы я нам просто на маршрут туда-сюда потрачу больше, чем получил бы, если бы ее скипнул и выполнил там пару мисок попроще. Собственно, миссия, она почти в топчик в плане наград. Ну, то есть, на миссию дается не полных 6 часов. Соответственно, 7000 наградных баллов. Полтора практически, вот, почти 3 ляма иск. Ну и поскольку это миссия против империи, тут будут свои особенности, собственно, я их продемонстрирую. Что есть разница в том, как считать доход здесь и на миссиях против пиратов. Чтоб сильно не утомлять, я маршрут буду проскипывать уже на... Ну, в общем, в обработке видео вырежу практически весь полет. Включаем варп-двигатель.
Включаю варп-двигатель. Включаю варп-двигатель. Так, аллилуйя. Наконец-то можно пострелять. Длинный маршрут завершен. Так, я сразу поменяю на конфлаге. Насколько я помню эту миссию, здесь практически все будет в радиусе их действия. Будет небольшое количество изврата с тем, чтобы все залутать. А лутать придется всех и вся. По той простой причине, что раз здесь нет наград за головы, на миссиях против Империи действует, так сказать, заместительная система, а именно в каждом трупе будут находиться жетоны. Вот эти жетоны, они по сути выполняют функцию наград за головы, но на самом деле они имеют еще одну фичу, это то, что они нужны для получения различных фракционных ништяков в наградных магазинах. Ох, поналетело. Так, как обычно, начать с самого мелкого. Здесь будет несколько волн. Так, ты мне тут мешаешь. Вот, правильно. Эй, родной, ну агрись уже и лети сюда, чтобы я в тебя мог попасть. Так, о, ну вот, только я в него попал, как... Так. Каталисты и прочие нельзя подпускать в клоус, будут очень мешать потом салить. Кстати, по-моему, тут имеют вредную привычку агриться на дронов. Не уверен, но вроде было что-то такое. Так. Хорошо взрываются, красиво. Все, захват можно снимать с этих. Ну и входящий ДПС на самом деле тут тоже достойный уважения. То есть противники огрызаются, вообще как совершенно не стесняются. Mm.
Но это не значит, что это им сильно помогает. Я помню, что тут будут дополнительные спауны. То есть вот то, что сейчас, на данный момент, это еще не все, что придется истребить. Засранцы. Вот эти линкоры, они уползают. Вот что им не имется, вот не сидится в удобном для меня радиусе. Ну, собственно, почему я указывал, что будет небольшой изврат потом с тем, чтобы все залутать. Придется сняться с... Ну, когда снимусь с бастиона, подползти на пару километров. И перебить, соответственно, все, что... Точнее, не перебить, а начать подтягивать к себе. Так, о, эти все сами начали агриться. Замечательно. И шанс, что подползут поближе. Ну, по крайней мере, мелочь всякая. Потому что вот эти вот Elite Federation Matara, ну, я не хочу вот ради этих недотрупешников куда-то ползать. Надо бы еще на циклик прогнать репочку. Собственно, по-моему, каждый из вот этих будет что-то... Ну, может, не каждый, но вон они уже наспаунили мне тут и под боком. Некоторое количество мусора. Или того, что будет мусором. Так, проще начать тягрить с крейсеров. Они легче отстреливаются. Ну... Ты ведь уже куда надо летишь, или ты уже орбитишь? Не, вроде пока еще куда надо. Я непонятно. Ладно. Видимо, придется менять потом. Ох. Как я увлекся, что тут меня тут даже пытаются бить. Даже тут заорала предупреждалка, что ой, бьют больно. Так, сейчас вот этих вот разберу. Совсем мелочь оставлю на потом. Такой, зачем отменить, отменить, отменить? С этих вот стрелю, поскольку они умирают быстро. И дальше пылесосить. Уже все подтянуто. Ой-ой-ой, гады. Вот то, что я говорил. Блин, эти дунки, они же дорогущие. Сволочи. Мне же за новым-то лететь. Ну ладно, слетать-то не проблема. Так. Но все равно неприятно. Так, ладно, оставшиеся линкоры, они будут и дальше торчать черти где. Сейчас мелочь отстрелю и снова запущу сальщиков. По-моему, только мелочь на них агрится, но вот продолбал момент. Можно сказать, минус 5 или сколько там сейчас эти дунки стоят. К выхлопу. Не сказать, чтобы выхлопа тут на самом деле было настолько дофига. Но это я сейчас все покажу, как только закончу отстрел и всех отлутаю. Я вот не помню, будут ли эти еще спавнить.
Вроде больше никого тут не спавнится, окей. Так, этих дронов я забираю, они тут уже не нужны. Все. Сальщиков теперь осталось отправить. Саму пора сниматься с бастиона, можно забрать там то, что плохо лежит. Понятно, это уже тащат, окей. И нужно вот забрать вот этих всех. Так, все, снялся с бастиона. Ну, проблема, что трупы не очень ровно лежат. Так, все, эти захваты я снимаю, оно уже не надо. Так, я сказал запустить дронов. А дроном сальважить. Вот эти сейчас явно окажутся достаточно близко, чтобы их можно было начать вытягивать. Ой, отменил подтяжку. Ну ладно. Виноват, исправлюсь. Так, все, можно тут остановиться. Что сальщики не пока не отработали мне на еще на то, чтобы вернуть утрату. Надо проверить, у меня, наверное, есть где-нибудь еще запасные. А, о, отлично. И лететь далеко не придется. Так, этих сбрасываю. Этот трактор сейчас будет дотаскивать. Забрать последние две тушки нужно. Ну, чтобы не ждать эти карго-контейнеры, можно самому быстро забрать. Вот эти самые жетоны. Вот, как видно, тут оценка у них по 700 с гаком. Так, а, все, этот потащил трактор, видимо. Все. Мавр свое дело сделал, Мавр может уходить. Ну вот это примерно то, что должны были бы дать мне за голову этого несчастного. Ждать все высаливать я не буду. Это долго и не очень интересно. Тут, конечно, много крупных кораблей. И в теории на эту миссию, конечно, хорошо взять с собой там дополнительного сальщика, который просто все это разберет. В том числе, чтобы не подвергать угрозе там дронов и так далее. То есть у меня, в принципе, есть такой дополнительный персонаж, которого я одно время с собой таскал, когда играл. Ну, в то время летал я на бидоне, и у меня не было возможности много салить. Ну, что можно сказать про эту миссию? Вот, все, погрузить грузовой отсек. Все сложить. Сало, в принципе, тут нормальное. Но его просто не успели много насалить. Но из-за его из-за дальности миссии получается тут 20 миллионов лута, то есть оно, скорее всего, просто напросто не стоит того, чтобы на нее летать. Лучше сделать какую-нибудь блокадку. За нее платят
Так, сейчас стоп, задать место. Прыжок. Все. Включаю варп-двигатель. Платят за нее только головами порядка 20. В чем, соответственно, здесь еще потом просядет у меня репутация с, ну вот, с галентами. Но правда не очень сильно. Так, слегонца просажено. Но все равно неприятно. Значит, что еще? Ну, в целом тоже далеко, долго. Как у меня эта миссия очень часто выпадала там в 5 прыжках. Иногда и того дальше. Ну вот сейчас вот 9 прыжков. То есть... Единственное, для чего, когда она может быть осмысленна, если вот офигеть, как нужны вот эти вот жетоны. То есть в этом случае оно оправдано. Но миссия выпадает редко, и в остальном она не очень осмысленна. Не буду там традиционно подводить итоги в доке, мне уже просто откровенно... Не хочется там лишний раз монтировать видосик. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Всем пока.